Добрый день! Благодарим вас, что обратились в компанию «Аудиогид Болгария». Мы предлагаем пешеходную экскурсию с аудиогидом. Для экскурсии мы выдадим вам карту и аудиогид. Сейчас я подробно покажу вам карту. Карта включает в себя 25 исторических объектов. Синеньким значком отмечено место, где мы сейчас находимся. Рядышком точка номер 1 – Национальный театр имени Ивана Вазова. Отсюда начнется ваша экскурсия. Маршрут кольцевой, поэтому вы вернетесь к исходной точке. К карте прикреплены два талона – кафе-музеум и арена Десердика. В этих объектах вы сможете выпить кофе с 10% скидкой, воспользовавшись этим талоном. Сейчас я покажу, как пользоваться аудиогидом. На красную кнопку, удерживая 1-2 секунды, вы включаете устройство. После синей кнопкой выбираете язык. Русский. После необходимый объект набираете цифрами, примерно это 1, и нажимаете play. Точка 1. Национальный театр имени Ивана Вазова. Чтобы выключить контент, нужно нажать на красную кнопку. По окончании экскурсии устройство необходимо сдать в наш офис. Мы работаем до половины восьмого вечера. Цена экскурсии 25 левов. Добро пожаловать в Софию!